успеваем мы отойти от одного доста, сразу же видим другой. Вот там у нас площадь рынок, и вот красавцы нас уже ждут. Это я заметила. Да, это ты заметила. Опа. Такие классные. Прикольные, да? Это художники. Ага. Да? Я поэт, зовусь я Светик. Или художник. Все-таки он показывает, смотрите, раз он куда-то, ручка, дай 5 Наташему, обязательно, да, и дай 5. А это как архитекторы. Так вот они показывают куда-то сюда. Как будто показывают, что-то хотят показать нам. Сразу же мы находим, сразу много людей подходит. Прикольно. Все ищут гномов. Так, а мы сейчас направляемся к Тумскому острову. Это один из очень больших достов Вроцлава. Кстати, мы смотрели этот мост с Эльжбеты. Костела Эльжбеты, он казался далеко. Мы прошли 2 шага, он уже здесь. Но он казался далеко, потому что мы были высоко. Да, вот мост уже. Но это не зеленый мост, сейчас мы по нему будем идти. Сейчас перейдем, будем с вами идти к Тумскому острову. Там есть что посмотреть. Маша говорит, давай пойдем не по этому мосту, а по тому. Помните, там же 2 пути. Здесь идем или где? Так, короче, идем на зеленый сейчас. Берем вас с нами. Комменты и лайки очень приятные. О, собачка такая жаркая. Река Одра. Ой, давай к реке подойдем. Пойдем, перейдем. Что ж ты не умеешь переходить дорогу прямо? Да еще зеленый горит. Даша меня за руку схватила такая. Куда ты это под машину? Ага. Померанием. Вот такие мосты. Так, сейчас аккуратно подходим с вами и посмотрим красивую речку. Даже стану сюда, взберусь на постаментик. Опа! И красота, и тепло, и лето. Вообще класс. Ух ты! Вот она, речка Одра. Вон по тому мосту можно пойти. И там уже я даже вижу кусочек зеленого моста. Главного входа на Тумский остров. Сбирайся, я тебе покажу. О, и Наташа уже здесь. Видишь, да вот же прямо. А, вижу, уже вижу. Сейчас, а ну. А что там все через этот? Через куда идут? Вот это, такой красивенький идем. Ну, давай идем. Идем через сюда. Вот и солнце, давай, это, идем через сюда. Тенечек, а там... Такой Вроцлав. Вечерний, вау. Есть приморские мосты. Надо посмотреть. Да. Заблудились. Ну вот такая прогулка с вами по мосту. Фонарики. Речка. От нее немножечко холодит. Не, жара дикая. Уже была озеро, девочки. Наташа блазер не хочет одевать. Да, только в очках. Глаза от солнца пекут, представляете? У меня там ни крема нет, ничего. А мы идем с вами по мосту, потом завернем. Уже, наверное, включимся, когда подойдем ко входу на Тумский мост. Завернули. Сейчас пойдем уже так. Смотрите, шлюзование. Люди ждут, пока вода наполнится. И они пройдут шлюз. Да, прикольно. Такая настоящая уже такая река. А я такого не видела никогда, если честно. Я знаю об этом. Что-то, мне кажется, мы в тупичок пришли, зато смотрите, как красиво. Сейчас покажу вам. Там такое здание есть красивое. Здесь. О, водичка, красота. Наташа сейчас такая, опа, хотя мы видели, люди шли по ступенечкам. Наташа просто на шлюзование любовалась. Наташа такая, опа, в тупичок зашли. Наверное, мы свернули рано просто. Наташа, или сюда, или там влог. Сюда. Апартаменты какие-то. Ну ладно, идемте скажем, мы в этих апартаментах проживаем. Адрес забыли. Там первая яхте повезло, в тенечке, вторая, третья уже. Да не, нормас вышли, все. Класс. О, гномик. Морячок? Да, гномик-морячок. Сейчас здесь пофоткаемся. Звуки трамвая. Уже как я люблю трамваи. Во Львове их много, а в Киеве уже мало. Троллейбусы люблю. А трамвай больше. Вот, морячок. Ну, привет, гномик-морячок.
Подожди, да, смотри, как он называется? Который звезды вычисляет, наверное. Ну, не звезды, а путь. Напишите, как называется такой моряк, который вычисляет путь, кстати. Будет интересно. Сейчас покажем вам речку Одра со всеми корабликами. И пофоткаемся с морячком потом. Ага, вон уже вход на Тумский остров. И зеленый мост, видимо, это этот мост. Интересно. И трамвайчик. Красиво. Действительно красиво. Ты сняла это? Подожди, не понимаю. Вот там же внизу. Как это понять? Вот вода? Трамплины, наверное, не знаю. Внизу тоже ж вода, наверное. Только может, дамба какая-то перегорожена. Обалдеть, боже, как классно. Как они так... Впечатление, реку, да? Врослав крутой. Не-не-не, гномику пофоткаться. Не-не-не, Наташа, возвращаемся. А видела вот тот напротив дом, ты снял? Да, я сняла, красивый. Очень красивый. Они уже проехали, не проехали, да? Наташа вышла на здание, посмотрите, вон. Кто ждал шлюзования, проехал уже. Здание сняло очень красивое, уже идет водный трамвайчик такой. Я думаю, это адмиралтейство какое-то, потому что как-то значок похож, да. Эльжбета вон. Были, взбирались, меняли доллары, было тяжелое видео. Надеюсь, вы досмотрели с нами. Они вторые в очереди. О, красота, люди плывут. Точнее, трамвайчик едет, люди плывут на нем, переезжают. Очень красивый. Вроцлав, конечно, так впечатляет. Мы когда планировали, знали, что классно, но так очень даже. Входим уже. Входим на другой мост. И вон зеленый мост. А, так вон еще мостик зеленый. Дивись, может, тот имеется? Не знаю. Загадка. Но, по-моему, говорила, что подвесной. Говорила, что подвесной, зеленый мост. И вообще мне казалось, что он другой был на фотках. Может, это ты и другой-то и видел? Ну, знаете, как она только что сказала, хорошо, что я ничего про Вроцлав не читала, и он ее удивляет. Я читала, но вот примерно знаю, куда идти нужно, что смотреть нужно. Но всякие года исторические факты не помню, вообще не буду вас утомлять, правильно? Уж не историческое бюро. Мы берем вас с нами, едем. Идем, смотрим. Ой, а можно обратить внимание, опять же, не соединены прикольно. Да, сейчас пройдем столб. Ага, он... Какой тут вообще такой арочкой сделан? Арочка-балкончик. Да. Это такой себе тоже. Яся и Малгося. Это домиком паровозика. Да? Вот паровозик, солнышко. Соединен тоже балкончик. Архитектура, конечно, очень. Так, Наташа, где мы перейдем? Что-то реально как-то непонятно, где мы перейдем. Нет, этот мост, по-моему, просто, все-таки. Молча. Просто перешли, да? Да, они просто. Здесь к нему перейдем. Я предлагаю то же самое. Пошли. Лево, право, пошли. Ой, блин, а ну все, пошли. Все, быстро. Не щелкаем. Сознание. Аккуратно, не вскочи на велосипедную дорожку и не поедь с женщиной. Так, все. Перешли, вот мы и здесь. О, а люди туда, мы за зелень. Так, за людьми пристроимся, чтобы сразу попасть в эту туалет. Туалет есть общественный, платный, наверное. Не знаю, но хорошо, что он есть. Кстати, мочой не вонять. Сколько? Всегда, чтобы узнать, сколько туалет стоит. Но интересно. Хорошо, хоть какой-то вообще есть, извините. Так, сберемся с вами. Этот камушек. Опа! И мы с вами вот уже отошли от, наверное, от адмиралтейства. Вот мост, уже очень большой. Один злотый, фигня вообще. Вообще шар. Если доллар 4, то есть на доллар 4 раза в туалет можете сходить. Ну, вот тут тоже люди культурно. Да, культурно это... проводили время, убрали бы еще за собой. Это... Вы тоже очень культурно и классно. Как дерево треснуло, бедня. Ага, сейчас покажу. Бедняжечка уже погибает. Надо же его как-то, ребят. Граффити. О, это что такое там? Или палатки? Что так много палаток? Кафешка. Это кафешка? Да, кафешки. Я, кстати, а ты не заметила их? Я когда мы смотрели... Кафешки откуда? На кафешке. Мы еще и... Откуда же мы их видели? С
наверх, когда мы залезли, я увидела кафешки и подумала, ой, как классно там посидеть. Вот. Ну, сейчас посмотрим, вот как классно попасть на зеленый мост. Слушай, ну другого зеленого моста я не увидела, и с Эльжбеты мы не увидели. Наверное, это тот. Но кто такой был такого вроде как зеленого такого цвета? Дальше, смотри, такого насыщенного. Да. Сейчас вот глянем. Вот он, красивый мост. Ага. Смотри, этот мы сейчас этот салатовый, значит, мост. Ну конечно. Правда говорили, что есть синий, красный и зеленый. Про салатовый. Дали зеленый. О. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем и подойдем. На, просто не могу не показать, это класс. Идешь в такую как лунку, заходишь. Вот, да, я, наверное, вот тот вот зеленый мост видела. Что, ребята рекомендуют с ними пойти и зайти поправить? Мы думаем, сейчас пойдем туда. Дай-ка я сниму сейчас вот это вот. Можешь здесь пофоткаться. Я тоже хочу фотографировать. Да, мы пойдем по тому, это будет правильно. Зайти на Тумский остров по правильному мосту. Пошли. Идемте на тот, на навесной мост. Ну вот, зеленый мост. Подходим. Уже класс кафешка. Да, я покажу эту кафешку. Мне понравилось. Вообще классно. Но тут солнце. Вот на том берегу как-то больше панорама. Тут как бы не о чем смотреть. Ну, сейчас уже близко подходим к мосту. Ну вот такой он. Так интересно, про салатовый мост я вообще не читала. Парень ловит рыбу. Ага. Что, что-то тянет. Кита будет вытащить. Она всегда так тянешь, а потом, опа, и шиш. Ой, смотри, что это такое? Кусты какой-то. Понятно, что, наверное... Это ягода волчья, видимо. Думаешь? Ну, я бы думаю, если бы она была не волчья, уже бы ее уже объели. Очень красиво. Друзья мои, кто знает, что за ягода, пишем, пожалуйста, в комментах. Но я думаю, что есть ее можно, но только один раз в жизни, да? Ага, такой юмор. Так, ну что, ходим на правильный мост, как я думала. А прикиньте, вы мне такие в комментах: Оля, Наташа, да это неправильно, надо было с салатового входить, вы чё? Это было бы прикольно. Нет, тут какая-то надпись, я сейчас посмотрим, войдем. Забиокладка, Frog Foot Bridge, мост лягушки. Да, в 75-м, но я думаю, это он и есть. Ну давайте, ой, тут никого нет. Ты о, красиво. И это как его? Если слышите колокол. Только что бахнул. 4:30. Где он бахнул? Чего? О, женщина идет по воде с собачкой. О, вот это мелко, прикольно. Можно погулять. Классно. Вон салатовый знать. Мост. И мы с вами идем. О, я чувствую, это мост. В 75-м году, да? По мне он чуть-чуть, да, 75-м. Надо потом почитать. Красиво. Ты видишь, а люди это, мы за ними пошли, а люди не собирались идти на мост. О, камыши, боже, я люди такие, камыши. А мы не на мост. Смотри, камыши. А вот мы. Хочешь камыши? Да. Какая быстрая река. Ну вот уже мы с моста-то. Ох, с моста вышли, такой ветер хороший, да в тенек занырнуть. Гном? Да, вижу, слушай, вообще не заметила. И нас встречает прекрасная, чудесная гномиха, гномка. Гном, она, с гномиком, это мама гном. Мама гном, привет. Мама-гном. Такое, ну, красивое лицо, кстати, такое. Так они лица вырезают. Красиво, класс. Да. Мама-гном. И хотелось бы, честно, после перехода посидеть в теньке где-то. Вот такое. Такие у нас переходы по мостам. Солнце прямо в камеру светит. Не знаю, вам что видно или нет. И вот такой парк, вот такой Тумский остров. Где еще очень много всех замков, достов и всего остального. Да ты что? Да.
Mm-hmm.